Несмотря на то, что День пожилого человека отмечался полтора месяца назад, в Челябинской области в ноябре все пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста, это женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет, получат денежную выплату в размере 700 рублей. Такое решение приняли губернатор Борис Дубровский, а также правительство Челябинской области. Чтобы получить эти средства, не нужно прилагать особых усилий. Пособие горожане получат так же, как получают пенсию. Было несколько звонков от ветеранов труда, которые логично спрашивали, почему я получил пособие меньше, чем всегда. Это не ветеранское пособие. Пособие ветеранам труда выплачивается с 12 по 19 число каждого месяца. То есть пособие как ветеран труда Челябинской области и ветеран труда федеральный вы еще получите. А сейчас, скорее всего, у вас на счету те 700 рублей, которые были определены губернатором как единоразовое пособие к Дню пожилого человека.